Corpus First Player Trilobit T3G. След подсветкой. С открывающейся крышечкой. И легким доступом к тому, что установлено внутри. Корпус для платформата Mini ATX, Micro ATX. Нижнее расположение блока питания. Сверху 2 USB 3.0, 1 USB 2.0. Перед кулерами закаленное стекло. Место для воздуха по бокам. Достаточно много места для укладки проводов. Даже для такого рукожопа, как я, не составило труда уложить все кабели.